наша бабушка палочкой стуча. Говорю я бабушке, вызови врача. Выпьешь ты лекарство, будешь ты здорова. Если будет горько, ну что же здесь такого? Ты потерпишь чуточку, а уедет врач. Мы с тобой на улице поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Ну что же здесь такого? Это так легко. Говорит мне бабушка, что мне доктора? Я не заболела, просто я стара. Просто очень старая, волосы седые. Где-то потеряла я годы молодые. Где-то за далекими, за лесами темными, за водой глубокую, за горой высокою. Как туда добраться, людям неизвестно.